Доброго времени суток, уважаемые подписчики. На наш российский рынок пришел новый проект. Инвестиционный проект работает с 2010 года. Минимальная сумма депозита $50, минимальный срок депозита на 7 дней. Ежедневный доход от 1,2 до 2,2% в день. Нет заморозки депозита. Вывести можно в любой момент. Универсальный маркетинг. Инвестор сам выбирает условия для своего депозита. Проект универсален тем, что здесь можно быть как и кредитором, так и заемщиком. Старая версия сайта, где все займы операторы обрабатывали вручную. Вот так выглядела старая версия сайта. 3 месяца назад делали кабинет в электронном виде. 2 месяца наши русскоязычные ребята тестировали этот сайт. Сказали, работает без сучка, без задоринки, безупречно. Можно начинать приглашать. Предприниматели всех стран здесь на этой площадке брали краткосрочные займы под проценты. И теперь предпринимателям нашей страны, наших стран русскоязычных тоже можно будет это делать. В новой версии встроены переводчики. 8 языков. Английский, немецкий, испанский, французский, итальянский и в том числе русский. Регистрируйтесь, заходите на сайт, выбираете язык и начинаете заполнять свой профиль. Сразу же видно, что это проект инвестиционный, так как здесь есть шкала доходности, которая показывает, какой доход вы получите от своей инвестиции и за какой срок. Подписывая договор займа, мы выдаем кредиты тем кредиторам, которые уже много лет, с 2010 года, пользуются этой площадкой и берут кратковременные кредиты. Рассмотрим переход по ссылке, регистрацию, оформление кабинета и выдачу займа для очередного кредитора. Заходим в кабинет, копируем ссылку реферальную и вставляем в строку браузера и регистрируем нового пользователя. Далее заходим в кабинет, оформляем профиль, ставим фотографию, заполняем свои личные данные, а самое главное, надо заполнить свой кошелек, так как без кошелька невозможно начинать работу. Заполняем логин, телефон, платежные системы, 4 платежных системы, Perfect, Power, Bitcoin, Ethereum. Далее мы видим запросы на кредиты, суммы, сроки и страна, в которую мы даем кредит. Но участвовать в выдаче займов под кредитование мы можем только с $50. Слева в колонке нажимаем «Кредитная биржа». Далее нажимаем наверху кнопку «Выдать кредит» и попадаем на кредитную биржу. Далее мы выбираем ту сумму, которую мы располагаем для выдачи кредита. В верхней строке, где сумма, прописываем минимальную сумму для кредитования $50. Бегунком устанавливаем количество дней для кредитования. В данном случае выбираем оптимальный. Срок 14 дней. Оптимально, потому что в выходные дни проценты не начисляются. Прибыль от данной инвестиции составит $12.60. Прибыль компании составит $3.22. Это 25% от прибыли инвестиции. И наша чистая прибыль составит $9.38. Установили параметры кредита. И нам компания тут же предлагает 4 варианта для кредитования. От $50 до $55, 50 центов, от 14 до 15 дней с разным процентом кредитования. Из предложенных компаний выбираем приемлемую. В данном случае заемщиком будет Карлос Роберто Варгас. Нажимаем кнопочку «Оформить». И после этого компания формирует нам инвойс. Переходим на оплату, попадаем в платежную систему, выбираем ту платежную систему, с которой мы будем оплачивать. В данном случае Perfect Money, на нее мне ребята бросили $50. Мой сын, на которого я зарегистрировала этот кабинет, воспринял это как подарком ко дню рождения. Очень приятно было. И нажимаем Perfect Money, оплатить.
Система нам сообщает, что транзакция завершена, проплачена, и открывается возможность со следующего дня получать проценты от нашей инвестиции. Мы рассмотрели возможности заработка с выдачи кредита. Также здесь есть кнопка «Функциональное управление». Что дает нам функциональное управление? Функциональное управление позволяет при полном пассиве, без участия взаимодавца, проводить кредитные операции с помощью работников компании. От 7 тысяч долларов до 15 тысяч долларов – это под 2,1%. От 15 тысяч до 35 – это 2,3%. От 35 до 70 – это 2,5%. И самый максимальный план – это от 150 тысяч до 300 тысяч долларов под 3%. Вот такие возможности есть на данной бирже. Рекомендую тем, кто работает в инвестициях, обязательно рассмотреть данную инвестиционную площадку, так как она работает уже с 2010 года. И искать заемщиков здесь не надо, здесь база заемщиков уже существует, и люди постоянно берут кредиты, и даже если не возвращают, компания несет здесь ответственность, и страховая сумма уже вложена в те 25%, которые получает от наших заработков компания. Также здесь существует реферальная программа 8% с первой линии, а полный маркетинг я расскажу позже, так как это уже следующая тема.